Всем привет! Стало известно, каким образом забрасывают жалобами мой канал. Происходит это через вот эту контору, которая позиционирует себя как независимая организация, то есть она не имеет никакого отношения к контенту на моем канале. Некто, мы еще не знаем кто, но мы обязательно узнаем, обращается в эту компанию, пользуясь тем, что она озабочена защитой авторских прав, и подает заявку на проверку контента на моем канале, утверждая, что этот контент принадлежит им. Данная компания, знаете, благими намерениями устелена дорога в ад, а еще заставит дурака Богу молиться. Начинают активно засылать на основе этой заявки, засылать жалобы на мой канал. Потом, впоследствии все претензии снимаются, но какое-то время у меня падают рейтинги, на меня висят куча жалоб, я должна на них реагировать, я должна бегать, писать какие-то ответы, или удалять видео, или делать что угодно. Вот таким вот образом сейчас кладут на лопатки мой канал. Вот, видите, индивидуальное решение, связаться, может каждый написать и за деньги элементарно попросить, чтобы вот такой вот канал проверили на вшивость. Все очень просто, можете и вы обратиться, и я могу какой-нибудь канал пойти завалить. Нужно всего лишь небольшое количество денег, и если, ну, скажем так, этим занимается не физическое лицо, а организация, вы сами понимаете, какие организации таким занимаются, ну, или какое-то физическое лицо, которому не жалко денег, вот, пожалуйста, способ, как валить канал. Делюсь бесплатно, можете заниматься, ну, конечно, я не желаю никому таких вещей, но мы начали расследование, и таким вот образом идем потихонечку в поисках того, кто сейчас пишет активно. Жалобы продолжают идти, их просто такое количество, что ведь не ленятся люди. Вот вам ответ частичный на вопрос, что происходит.